чего ты на жопке-то сидишь? Глазами моргаешь. На улицу ты не пойдешь? Сидит, держится за ковричек. А потом спрашивает, а чё это все коврики отлипли, да, от полочки? Почему они падают постоянно? Как так получается, Юль? Мне кажется, потому что какие-то совушки жопками на него садятся и кулачками держат, да? Вот как так? Сидит, держит. Ну, в общем-то, я думаю, что на улицу-то особо идти не стоит. Потому что там омерзительно. Не пойдешь туда? Сейчас чуть-чуть комнату проветрим. И плюшек сюда запускать тогда не будем. Будешь сегодня со мной ночевать? Сова милова. Урод, что ты делаешь? Ты только что с улицы пришел, какой мяу? Нет. Я не буду сейчас тебя отпускать. Нет. Мы ложимся спать. Все.
Ёбаный, понимаешь, вот. На улице. Ну что, на улицу? Плюхи залетают.